Слушай, Иваныч, а может зря мы с этими придурками связались? Все равно они ничего не решают. Почему это не решают? Самсонов – это причалы и обработка грузов, носков, терминалы и склады, Алберзина – вся таможня в руках. Без них мы в дела порта не влезем. Ну, давай их уберем, поставим своих. Тогда это уже открытая война с Нефедовым. Людей положим, а дело не сделаем. Кое-что мы уже застолбили, пока Нефедова в городе не было. Сейчас отхватим еще один хороший кусок. А уж потом... Тебе видней. Да. Да, пусти их. Приехали. Привет, честной компании. Приветствую. Здравствуйте, здравствуйте, Валентин Иванович. Садитесь, садитесь. Садитесь. Ну, как дела? Работаем. Все вроде нормально. Просто работать мало. Надо расширяться. Как расширяться-то? Валентин Иванович, все под контролем Нефедова, а он просто так не отдаст. Он только вернулся и сразу что-то почувствовал. Нас вызывал. Вызывал? Когда? 3 дня назад. А что ж... Что ж вы молчите? И что? Ну, все. Вроде мирно обошлось. Мирно? Сказал типа, зла на вас не держу, только интересы мои не трогайте. Так и сказал? Да. Интересно. Дай-ка огонька. Угу. Интересно. Вот что, мужики, самое главное сейчас, чтобы вы не дергались. Я Нефедова знаю. Он, если что сказал, значит, так и будет. Конечно, в крайнем случае я вас всегда поддержу и людьми, и бабками. Но еще раз повторяю, пока мы с вами все не провернем, о моей поддержке никому ни слова, ни намека, ни буковки. Это мы помним, Валентин Иванович. Это мы помним. Так, теперь так. С вами мы больше встречаться не будем. С этого момента все контакты через Тимака. Теперь его слова – это мои слова. Все. Кроме Нефедова, сложности есть? Вроде нет. Тогда все в порядке. Удачи, счастливо. Проводи. Угу. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. Вот что, Тёма, надо срочно хватать в порту все, что можно. Поверить Нефедову могут только такие идиоты, как эти двое. Мне кажется, Нефедов с них и начнет. А вот третий, Самсонов, в центре сидел. Вроде поумнее. Будем пока ориентироваться на него. Хорошо, хорошо, Мариночка, созвонимся. Папочка, ты не забыл про субботу? А что у нас в субботу? Папуль, у меня же открытие клуба. А-а-а. Ты должен быть обязательно. А во сколько?
В 7 часов. Хорошо, постараюсь. Здравствуйте. Папу, я не постараюсь, а должен быть. Пока. Давай, давай. До свидания, Марина Владимировна. До свидания. Чего сияешь-то? Чувствую, что я наживу себе геморрой с этим клубом. Что поделаешь, дети? С другой стороны, пусть играется, да? Под присмотром отца, вроде бы, да? Чего такой веселый-то? Кажется, мы теперь знаем, кто устроил нам неприятности в порту. После вашего разговора несколько дней было все как обычно, но вчера... Разрешите? Все трое. Опа! Приехали вот в этот коттедж в Репино. И чей это теремок? А вы угадайте. Боря, у меня столько врагов, что гадать я буду до утра. Говори. Сахатова. Вот оно что. Что будем делать? Дошел до меня слух, что Сахатый хочет вас не такие разменять. Может, терминал забыть не может? Да при чем здесь терминал? Воры сибирские его взяли за мои долги. Значит, деньги вернут, хотя не столько, сколько хотели. Но это уже не мои проблемы. Поэтому все их предъявы на эти темы – беспредел. А вдруг мы чего-то не знаем? Сахатый калач тертый. Да перестань. Есть ощущение, что он сменил хозяина. Опять-таки вся эта бубынова кодла под ним ходит. Просто так это не бывает. Вот черт. Вечно этот Сахатый. Как кость в горле. А что делать с этой... портовой троицей? Насколько я понимаю, они нам теперь больше не нужны? Нет. Можешь начинать с кого хочешь. Хочешь, начни с Носкова или с Берзина. Хотя нет, лучше с Самсонова. Он у них самое сильное звено. Ну, как дела? Пока нормально. У нас к тебе вот какое дело. Купи на свое имя еще 2 причала. 2 причала? А вы понимаете, сколько это стоит? Ага. Не волнуйся, это наша проблема. Деньги будут. Пока тебе от Иваныча вот это. Как все сделаешь, генеральную оформишь на фамилию, которую мы тебе дадим. А как быть с Нефедовым? Ему же это может не понравиться. А что Нефедов? Что Нефедов? Это наша забота. Ну хорошо, завтра я займусь этим. Если у него руки не доходят до этого, то мы будем поднимать Россию. Ладно, возникнут проблемы, звони. Простите. Мне рекомендовали вас как человека, способного решать деликатные проблемы за достойное вознаграждение, но оперативно и без лишних вопросов. Допустим. Так вот, у меня был партнер, которого я считал своим другом. Но я сильно ошибался. Если вы мне поможете исправить эту ошибку, я буду вам очень благодарен. Чем теперь занимается ваш бывший друг? Скажем так, предприниматель средней руки. И каково ваше вознаграждение? Ой, хотите мороженого? Хочу. Можно вас? Да, конечно. Оно здесь такое же, как раньше, в советские времена. Я вас слушаю. Будьте добры, такое же. Хорошо.
Видимо, вы действительно огорчены. Вас предупредили, оружие – это ваша проблема. Это не проблема. От смутных времен у меня остался скромный арсенал. Угу. Если мы договоримся, он перейдет в ваше распоряжение. Сроки? Максимум 3 дня. Клиент? Некто Самсонов. Здесь все его координаты и фотографии. Умеете пользоваться? Конечно. Хорошо. В дальнейшем будем держать связь через ICQ. А у меня такой же? Очень хорошо. Надеюсь, наше сотрудничество будет взаимовыгодным и долгосрочным. Вот. Пожалуйста. Ну как, нравится? Помните, как раньше, в детстве, пломбир за 22? Или вы не застали? Почему же? Застал. Будь готов. Всегда готов. Какой график на завтра? С утра придет паром с машинами из Германии, а во второй половине дня контейнеровоз. А куда его ставят? На третьем причале кран сломался. Опять, что ли? Ну да. Ладно, это завтра, не... завтра все неделя, решим, завтра. Минимум. Это где у вас кран сломался? На третьем причале. Да его наладили давно. А мы откуда об этом знаем? Ух ты! Приличная. Угу. Я когда в отдел пришел, тоже проставился. Так на следующий день все слегли. Одного даже он с скорой откачивало. Прикинь, да? Водка паленая оказалась. На меня чуть дело не завели. Чем же все закончилось? Да ничем, через пару дней накрыли подпольный завод, вкатили им по полной за отравление личного состава. А мне благодарность с занесением. Ну, давайте, мужики, чтобы все наши неприятности заканчивались благодарностями. И повышением. Точно. Ты так нам из столицы-то как попал? По семейным обстоятельствам? Долгая история. Понятно. Не сработался с начальством? Угу. Вроде того. Да. Начальство-то у нас умных не любит. Ты, кстати, наше-то начальство предупредил? Конечно. А он? Сказал, может, зайду. Кстати, мужики, а почему наш шеф такой смурной ходит? Ничего, привыкнешь. С ним иногда бывает. Он мужик на самом деле хороший. Чуть что не так сделаешь, то сам вмажет, но наверх не выдаст. Сколько раз от начальства закрывал. Угу. А дело свое, как никто другой знает. А он что, не пьющий? Сам ты не пьющий. Ладно, Стас.
Сам знаешь, работа у нас не сахар. Но, думаю, сработаемся. Давай, Стас. Капитан Прошин. Денис, вы чем там занимаетесь? О, Никитич, так у нас же сегодня вливание в коллектив. Смотрите у меня, чтоб завтра были как огурцы, как новенький. Понятно. Нет, сегодня уже не могу. Все, до завтра. Да вроде ничего особенного. Мент как мент. О, слушай, нет, я не выходи больше. Я с тобой никуда не поеду. Пойдем. Да. Ну, куда я с тобой пойду сейчас? Ну, а куда ты? Гриша. Стас. Здорово. Здорово. А ты что в Питере делаешь? Командировка? Ну, вроде того. В местный РУБОП. РУБОП? Почему РУБОП? Это же не наша система. Гриш, ну Родина приказала. Ясно. Ну ты-то как? Тогда исчез, как сквозь землю провалился. Мы тебя с ребятами искали, 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 искали. Искали? Зачем? Ну как зачем? Интересно. Как ты? Что ты? Я никому не интересен, а значит и мне никто не интересен. Прощай. Гриш! Гриша! Добрый день. Добрый день. Я нашел участок для голландцев. Молодец. Быстро.
Завод «Красный луч» в районе Сенной площади. Ну и что там? 19 гектаров. Я же просил 20. А в перспективе можно расшириться за счет соседей. Шучу, шучу. Ну, коммуникация в отличном состоянии, отличные подъездные пути. А кто владелец? Владельцев двое. Первый – Мартынюк Игорь Степанович, формальный директор завода, 39 лет. Второй – Андреев Александр Викторович, 41 год. Кстати, они двоюродные братья. Так, Мартынюк раньше был там главбухом, а Андреев арендовал помещение и гнал паленую водку. Когда бывший директор умер, эти два брата-акробата вот быстренько… Приватизировали завод. Да, несколько человек из руководства завода пытались им возражать, но один вдруг как-то угорел. В бане? Да, в бане. Другой как-то странно попал… Под машину. Под машину. Вот. А третий вообще сгинул до сих пор, вот, не могут найти. Ну, хорошо. А сейчас-то в каком состоянии у них дела? Последние два года… Одни ничего не производят. Большинство рабочих уволено, живут за счет аренды, пытаются договориться о госзаказе, но это можно перекрыть. Так, передашь все эти документы Федорову. Ну что, если голландцам это подойдет, начинаем работать. Привет, Андреич. Ты опять сегодня дежуришь? А ты опять к очередному покупателю. Не надоел? Что делать? Границу открывай. Ты остаешься здесь. Хорошо. Ну чё? Пора. Удачи. Так о чем ты со мной хотел поговорить? Никич, у нас с заказами совсем беда. Если в течение месяца что-нибудь стоящее не найдем, агентство вылетит в трубу. А я чем могу помочь? Будь другом. Разреши поснимать рядом с твоей группой. Знаешь, мне сейчас и своих проблем хватает. Знаю. Наждак? Ого. И что, никаких зацепок? Ну почему же? Есть кое-какие. Где-то гильза, где-то отпечаток. Свидетелей нет. Свидетели они не оставляют. То есть никакой системы? Никакой. Даже ценные вещи не берут, только деньги. Да, мудро. Правда, одна зацепка имеется. Ни одна дверь в квартиру не взломана. Видимо, хозяева открывали сами. Искали среди общих знакомых, целый месяц потеряли впустую. А сантехники, аварийка, службы, участковые, наконец? Оборотни в погонах. А ты попробуй, войди сейчас в квартиру. Хоть в форме, хоть с удостоверением. В лучшем случае скажут, не вызывали. Ну что, опять мимо? Слышь, у нас тут один мужик вроде заинтересовался. Правда, он не 30, а хотя бы 20. Да ты что?
А за 10 он не возьмет? Ты скажи ему, может, он за 10 возьмет? Ну ты даешь. Ну, что скажешь, Юра? Ну, чего? Тут удар по затылку тяжелым тупым предметом. И еще. Похоже, перед тем, как убить, его пытали. Следов взлома нет. Значит, они их сами впустили. Никит Никитич, вещи ценные на месте, но здесь явно что-то искали. Ну, че? Я там закончил. Пальчики ищи, пальчики. Хорошо. А вы давайте по соседям. Товарищ подполковник, здесь человек спрашивает, журналист Никифорова. Это Филя. Пропустите. О. Здорово. 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 Где ты шляешься? Да в пробке торчал, где шляешься? Давай свети. Можно забирать? Забирайте. Никит Никитич, можно вас? Вот Анна Васильевна, соседка. Здравствуйте. Здрасте. Слушаю вас, Анна Васильевна. Я с собакой каждый день во дворе гуляю. Так вот, Славка, ну, из этой вот квартиры, он все с какими-то людьми встречался, машины смотрел. То есть вы хотите сказать, что убитый собирался купить машину? Убитый. Значит, собирался. Он все время бумеры смотрел. Бумеры? Да. То есть БМВ? Да. Вы уверены? Я в машинах разбираюсь. Мой внук каждые 2 года их меняет. Когда в последний раз вы видели вашего соседа? Вчера вечером. Угу. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Анна Васильевна. До свидания. Анна Васильевна, если вы вдруг что-нибудь еще вспомните, позвоните. Вот визитка. Обязательно. Спасибо. Ну что, закончили? А, да, все. Спасибо большое. Я тебя в машине жду. До свидания. А ты чего сидишь? Никитич, смотри, как странно. Что странно? Отмечены одни БМВ. Вот эта разработка. И проекты, которые мы предлагаем на этой конференции, должны будут послужить в дальнейшем. Подборь. Там тоже интересно. Да-да, конечно, идем. Ну что, вы пришли, давайте я вам покажу наш стенд. Анатолий Владимирович, позвольте вас познакомить. Бельковский Борис Аркадьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мне очень понравилось ваше выступление. Вообще, прекрасная, прекрасная конференция. Спасибо, спасибо. Важно, чтобы ее результаты были не менее значительны. Я тоже надеюсь. Анатолий Владимирович, я на минутку отойду. Хорошо. А как вам наш проект? Какой? Ну, Голландский пассаж. А, так вы работаете на господина Нефедова? Я бы сказал, с господином Нефедовым. Ну да, да, извините, конечно. Так как? Я думаю, что у нашего города сейчас есть гораздо более важные проблемы, чем строительство нового бизнес-центра.
Вы бы вложили деньги в новое доступное жилье. Здравствуйте. Но бизнес-центр такого уровня мог бы стать лицом нашего города. Я думаю, что у нашего города уже есть лицо. Вы не находите? Я имел в виду его деловым лицом. Угу, понятно. То есть вы против голландского пассажа? Да. Тогда, может быть, вас интересует наше предложение? Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Мы планируем... Добрый день. Здравствуйте. Мы планируем выпустить книгу под названием «Основные принципы инвестирования в современной России». Угу. И вводную статью предлагаем написать вам. Почему мне? Ну как же, Анатолий Владимирович, вы главный специалист по этим вопросам в нашем городе. А у нас большие возможности и солидные гонорары. И какой же гонорар вы предлагаете мне? 200 тысяч долларов. Половина авансом. Никогда не слышал о столь больших гонорарах за подобную литературу. Анатолий Владимирович, у нас все готово, мы вас ждем. Да, сейчас подойду. Дело в том, что эта книга будет распространяться среди топ-менеджеров ведущих мировых компаний. Вот. Если у вас мало времени, мы можем приложить вам готовые материалы и помощника для работы над материалами. Кроме того, после того, как книга выйдет в свет, возможны частные консультации. Естественно, за отдельную плату. Даже так? А как же, это мировая практика. Вот. А что касается гонорара, мы можем перевести его в любой банк мира. Видите ли? Вот моя визитная карточка. Борис Аркадьевич. Борис Аркадьевич. Несмотря на столь лестное предложение, я вынужден отказаться. Спасибо. Вы не торопитесь. Анатолий Владимирович, подумайте. Сумму гонорара можно скорректировать. Всего доброго. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте, господин Ван Миллер. Добрый день, господин Федоров. Мое почтение. Прошу. Благодарю. Благодарю. Энна, two coffee, please. Окей. Господин Федоров. Да. Совет директоров утвердил ваш проект. Ну что ж, это прекрасно, прекрасно, прекрасно. Правда. Некоторые члены Совета директоров сомневались. Но мне удалось их убедить. Поэтому на нас с вами лежит ответственность, чтобы этот проект прошел, как у вас это говорят по-русски, без сучка, без задоринки. Да, да, именно так. Именно так все и будет. Да. Теперь очень важно, чтобы мы прошли все согласования с администрацией вашего города. Да, да, я понимаю. Вы понимаете, конечно, что пока не решен этот вопрос, конечно, мы не можем начинать финансирование? Безусловно. Более того, мои партнеры в Петербурге на этой неделе встречаются с председателем комитета по инвестициям господином Кучеренко. И, насколько я знаю, господин Кучеренко целиком и полностью поддерживает наш проект. Так что здесь, я думаю, что не будет никаких ни задержек, ни проволочек, я надеюсь. Так что, как только мы положим на стол официальную заявку по проекту «Голландский пассаж», комитет утвердит его в ближайшее время. Thank you. Вот таковы мои надежды. Вот здесь. Угу. 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 Здесь еще. Слушаю, Кучеренко. Здравствуйте, Анатолий Владимирович. Бельковский беспокоит.
А, здравствуйте. Анатолий Владимирович, я хотел бы уточнить вашу позицию по поводу голландского пассажа. Господин Бельковский, я вам говорил, еще раз повторю, что я категорически против этого проекта. Кстати, через неделю я и доложу о нем губернатору. Через неделю? Ну, хорошо. А по поводу нашего предложения книги, может быть... Еще раз оговорим условия. Мы готовы увеличить сумму гонорара. Господин Бельковский, разве я не понимаю связь между вашим пассажем и гонораром за никчемную книжку? Так что вот, я слишком дорожу своей репутацией, чтобы играть в ваши игры. Так и передайте господину Нефедову. Всего доброго. Кость, тормозни у цветочного ларька. Жене цветы купить надо. У меня сегодня как-никак, годовщина свадьбы. Поздравляю, Анатолий Владимирович. Спасибо, Кость. Слушай, с ним охранник. А ты думал? Цветы, наверное, любовница покупает. Нет у него никакой любовницы. А тебе почем знать? Поехали. Здравствуйте, Анатолий Владимирович. Здравствуйте. Ну, как там? Нормально. Оба? Сходи в магазин за мороженым. За каким мороженым? Пломбир. В стаканчике.